Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір» у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Валентин Олександрович Чистий, директор Миколаївського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Валентин Олександрович, я можу сміло сказати, що ви чоловік городі у нас ізвісний. Ну от в іпостасі директора Миколаївського обласного центру по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи, вы у нас, скажем так, впервые в эфире. Что это за государственная структура, с какой целью она создана, какие задачи перед ней стоят? Начну с того, что государство Украина, заявив о своей приверженности европейским ценностям и создании условий для людей в части оказания им правовой помощи, подписала ряд международных обязательств. Они включают в себя, кроме всего прочего, и обеспечение правовой защиты лицам, которые имеют это право по закону, либо по материальному положению малообеспеченные, либо подпадающие под специальную категорию. Это дети-сироты, инвалиды, лица, получающие пенсии и прочее. Если вот говорить простым языком, о чем идет речь? Речь идет о том, что ранее не были условия для создания, правовой помощи в полном объеме. Были разночтения в законах, не было твердых указаний закона на необходимость проведения тех или иных действий. С принятием закона о правовой помощи в 2011 году такие основания появились. Во исполнение этого закона были приняты новый закон об адвокатуре, и с 15 ноября или 19 ноября, там по-разному, вступает в силу новый уголовно-процессуальный кодекс. Вот там уже очень жестко и прямо ставятся вопросы, введены соответствующие нормы о том, что государство обеспечивает бесплатную вторичную правовую помощь категориям населения, подпадающим под действие тех или иных законов. И вы все-таки как-то так обтекаемо формулируете, рядовой гражданин идет по улице, ведь это же на него распространяется. Вы имеете в виду непосредственно. Да, на кого это распространяется? Значит, это непосредственно это распространяется, во-первых. Оно делится на три категории. То есть действие вот этих законов распределено по времени вступления. С 1 января 2013 года будут действовать нормы, обеспечивающие право на защиту лицам, задержанным по административным правонарушениям и при составлении протокола о совершении административного правонарушения. Вот это две категории. Им обязаны предоставить адвоката. По уголовным делам, там, где это право предусмотрено по закону, то есть детям, несовершеннолетним и прочим и лицам, страдающим психическими заболеваниями и прочим, там они определены. Вот. И также всем остальным, в отношении которых применяется или они привлекаются к допросу в качестве подозреваемого, то есть меняется их процессуальный статус, они становятся подозреваемыми. Также те, которые выдворяются в изоляторы временного содержания до принятия решения о применении меры пресечения, до того, как суд изберет меру пресечения. И по другим некоторым категориям. То есть, если человека задерживают, привозят в милицию, в прокуратуру, то есть в лица определенные, и собираются допросить в качестве подозреваемого, ему обязательно предоставляют адвоката, и он в присутствии адвоката заявляет о том, что он хочет иметь адвоката или не хочет, о чем составляется соответствующий документ. Вот, а теперь то, что называется на простых примерах. Например, я человек, который в состоянии алкогольного опьянения, еду, например, по Широкобайскому перегону, меня останавливает наряд милиции, соответственно, хочет меня освидетельствовать, составить соответствующий протокол. Мои действия. Значит, вы заявляете, они, собственно, и сами знают, будут знать о том, что перед составлением протокола они должны вызвать адвоката. И откуда возьмется этот адвокат? Мы, собственно, и подходим к сути вашей работы. Да. Вот для того, чтобы обеспечить появление адвоката, у нас соответствующими постановлениями Кабинета министров, указом президента об утверждении концепции и прочими документами принято решение. На Украине создано первоначально пока 27 республиканских центров, областных и в городе Севастополе. Эти центры пока на уровне области. В этих центрах создается, будут дежурить круглосуточно
по одному человеку, ну там выделяется определенное количество людей, но каждые сутки будет дежурить человек, у которого будет связь со всеми дежурными адвокатами. Ему поступает звонок от соответствующего дежурной части, еще механизм точно не определен, но скорее всего в нашем случае работник ГАИ выйдет на свою дежурную часть, потребует адвоката, дежурная часть связывается с нашим центром, и наш центр в течение часа обеспечивает появление адвоката на месте составления протокола или в месте, где он необходим. Если по каким-то обстоятельствам, значит, он не может в течение часа, мало ли что, например, задержали на Кинбургской косе, или задержали в другом районе, а надо выезжать туда, потому что там своих каким-то, ну, не оказалось, нам дается время 5-6 часов. И мы должны практически в пределах области этот срок вполне реален. Адвокат прибывает, имея соответствующие полномочия, и приступает к своим профессиональным действиям. Кто оплачивает и прибытие этого адвоката? Это оплачивает государство. Введены специальные расценки за каждое появление адвокатов, там, за каждое участие в деле, за каждое, в общем, все это подведены под расценки. Есть специальная формула, где она рассчитана, где-то сложность дела, где-то легкость дела. И все это должно оплачиваться. Ну, то есть, я правильно понимаю, человек, который задерживается, привлекается к административной либо к уголовной ответственности, он допрашивается в качестве подозреваемого, он эти расходы на себя не берет? Нет. Это все берет на себя государство. Вот про Кинбургскую косу у вас прозвучало. Собственно, ну, мы с вами на самом деле все это еще проговаривали до эфира, как бы поясним нашим зрителям. И там возникла, собственно, такая тема, и ее также нужно развить. Какие службы, да, вот, на кого непосредственно распространяется вот эта вся история по поводу приглашения адвоката? У нас выше прозвучало, это работники милиции, инспекторы госпиталя. Скорее всего, это будет, не скорее кто всего. Еще? Как это вообще будет работать? Это будет, видимо, работа через дежурные части, где в каждом райотделе, они круглосуточные. Через дежурные части легче фиксировать заявки. Будет специальный журнал вызова адвокатов. Потому что как и они, как и мы заинтересованы, обязаны, что это должно быть в рамках времени, установленного нам государством. Я немножко о другом спрашиваю. Какие государственные органы, вот, собственно, подпадают под эти обновленные? Все. Ну, перечислите их. Ну, те, кто имеет право составлять протоколы. Это рыбинспекция, погранвойска, милиция, естественно. Ну, это подмин. И все нарушения правил, там, все, кому государство, согласно административному кодексу, предоставило право на составление протокола. Вот так, чтобы но пошли. У вас выше прозвучало, что также и в случае привлечения к уголовной ответственности. К уголовной ответственности, естественно, это у нас прокуратура, милиция, органы СБУ, ну, военная прокуратура добавим. То есть вот этот широкий круг, да, государства. Опять же, тот круг государства, который определены соответствующей статьей уголовно-процессуального закона о лицах или об органах, которым поручено проводить досудебное следствие. С принятием нового уголовно-процессуального кодекса уже нет органов дознания или органов следствия, есть одна – орган досудебного следствия. Поговорим, вот я думаю, для зрителей это может быть интересно, поговорим вот об возможной ситуации задержания либо привлечения человека к уголовной ответственности. Вот человек идет, там, скажем, по улице, задерживается по подозрению в совершении грабежа. Наряд патрульно-постовой службы его останавливает, говорит: гражданин, вы похожи, да, там, по приметам, и пожалуйста. Доставляет в райотдел. Что дальше происходит? Доставляет его в райотдел. Там, естественно, его записывают в книгу доставленных. Фиксируют время доставления, записывают. И дальше его начинает с ним работать. Когда выясняется, уже уверен лицо, ну, следователь, будем говорить, уверен в том, что он, это он должен его допросить в качестве подозреваемого. Для того, чтобы человека изменился статус, он получил право на защиту. Так вот, перед тем, как допрашивать в качестве подозреваемого, они уже обязаны вызвать адвоката. Как только он уже определился, что этот человек все будет допрашиваться, они обязаны звонить и вызвать. Я вот задам вопрос как обыватель. Я думаю, что вот и наши зрители в массе своей, ну, которая, слава богу, не сталкивается там с работой правоохранительных органов текста. Ну, таких, наверное, мало уже. Но тем не менее. Вот. Но вот мне кажется, что сегодня милиция работает следующим образом. Взяла человека, изолировала его от общества. Ну, человек попадает в такую дискомфортную ситуацию, он чувствует себя некомфортно, на него можно оказывать как минимум моральное давление.
Вы немножко ошибаетесь. Дело в том, что и раньше, и теперь, когда человека доставляют в райотдел милиции, они обязаны записать в журнале причину вызова. Если он доставлен в качестве свидетеля, то извините, вы его держать нет смысла. Если он доставлен в качестве подозреваемого, то ему должны тут же представить адвоката. А это сегодня работает? Работало оно и раньше, может быть, просто там я уже давно оставил милицию, но и в наше время, и, наверное, и теперь, и я слышу из сообщений прессы о том, что вот когда начинают совмещать время официального задержания и время фактического доставления через книгу доставленной, то многие дела могут рассыпаться от этого, потому что вот этот период начинает суд не доверять его показаниям, данным их перед появлением защитника. Но теперь специально созданный государственный орган, у которого есть эти адвокаты, и эти адвокаты обязаны предоставляться. Да. Вот теперь так же самое. Не может человек, за то, что человек находится в помещении, отвечает дежурная часть. Им нет никакого смысла, как мне кажется, и как положено, чтобы при этом были нарушения. Если тем более на них возложить обязанность по уведомлению адвоката, то там будут, конечно, наоборот, это повысит их требовательность к лицам, которые доставили, и требования, чтобы определились с процессуальным статусом. Если это свидетель, нельзя его держать или там мелко за административное, там предусмотрены определенные сроки, сколько он может находиться. Выше этих сроков держать никто не может. Предположим, человека привлекают в качестве свидетеля. Он может сказать: подождите, я боюсь, я опасаюсь, мне нужен адвокат. Значит, по закону, который был появлен, значит, и, собственно, Конституционный суд это подтвердил, любой человек, которого вызывают в органы, даже административные органы, он имеет право взять с собой адвоката. Но вот на это имеет уже к нам, ли право? Нет, к нам это уже. Если это будет работать, скорее всего, с 1 января 2014 года, когда будем мы работать по гражданским делам, вот там вполне возможно. А сейчас, если он малообеспеченный, докажет, конечно, он может прийти к нам, сделать заявку, что вот меня вызывают в качестве свидетеля, но я опасаюсь или не опасаюсь, или боюсь не то скажу, я прошу, и мы будем предоставлять ему услуги. Вернемся к уголовному производству. И вот гражданина могут задержать, и он требует адвоката, и ему обязаны предоставить, и это будет адвокат, который предоставляет центр, который вы возглавляете, да? Нет, он может сказать: я хочу адвоката Иванова, Петрова, он может назвать фамилию. И если уже не представится возможным, и сроки будут идти, тогда позвонят нам. Если речь идет об аресте человека, вот в этом случае, как это работает? Либо это уже не ваша компетенция? Значит, почему? Значит, когда дело дойдет до ареста, наш адвокат либо будет участвовать с момента задержания, либо он откажется от адвоката на этой стадии, тогда не будет участвовать. Но когда встанет вопрос об аресте, тогда суд нас опять же уведомляет, мы опять же приходим, и этот вопрос решается в соответствии с существующим законом, который будет работать с 15 ноября. То есть, вот у вас разные сроки, звучат, давайте еще раз. С 15 ноября вводится в действие Уголовный процессуальный кодекс. Но отдельные положения Уголовного процессуального кодекса растянуты по времени, переходных положений. С 1 января 2013 года будут действовать нормы о предоставлении адвоката по делам, по уголовным категориям, я уже сказал. То есть лица, которые по закону обязаны предоставить адвоката, дети, лица недееспособные и так далее. Там есть определенная категория. Вот. И те, которым положен адвокат уже по закону, по новому закону, то есть во время задержания его, задержания и перед началом допроса в качестве подозреваемого. Вот это будет действовать с 1 января 2013 года. Также с 1 января 2013 года будут действовать нормы по административным нарушениям. Все. Нормы, когда подпадает уже действие по уголовным, по гражданским делам льготчики, то есть и лица, подпадающие под закон о малообеспеченных, будет действовать с 1 января 2014 года. А с 1 января 2017 года, дай бог, если все будет хорошо, будут уже защитники допускаться по всем остальным категориям лиц момента. То есть у нас вот так. Но в частности мы говорим об уголовно-процессуальном кодексе. То, что я сказал, с 1 января 2013 года заработают эти нормы в части предоставления защитника. А все остальные нормы, там есть очень много новелл в этом кодексе, уже будут работать с 15 ноября. Это будет досудебное следствие и прочее. И суд уже не будет отправлять дело на доследование.
И будут установлены сроки до суда, что если он в эти сроки не уложится, то он должен будет принять решение определенное. То есть много нового. Во всяком случае, Западный Европейский Союз назвал наш кодекс уголовно-процессуальным один из самых таких лучших в Европе. Не могу также не спросить. Ну вот, коль мы говорим вот об обязательном представлении адвоката, и этого адвоката либо в случае привлечения к административной ответственности, либо уголовной, должен вызывать, приглашать, да, государственный орган. Я могу допустить, что не всегда как раз государственный орган будет в этом заинтересован, те лица, которые непосредственно привлекают человека к ответственности, я прошу прощения, я закончу мысль. Предусмотрена ли какая-то ответственность для них в случае, если вот эта вот обязательная норма не будет выполняться вдруг? Такая же ответственность, как за любое нарушение закона. Если человек умышленно нарушил закон, он будет нести ответственность в зависимости от тяжести. Если это незначительное нарушение, там предусмотрено дисциплинарно. Если значительное, вплоть до уголовной. Я так понимаю, что эти нормы действовали раньше, действовать будут теперь и действуют. И очень мало было тех, вот я по своему опыту знаю, работников милиции, которые уж слишком умышленно нарушали этот закон. Вот. Обычно пытались хитрить, но их тут же прокуратура у нас очень бдительно следит за этим делом. Плюс жалобы. Все сейчас понимают, что в условиях, когда такой, особенно сейчас, когда такой поток разоблачительных статей, когда стали уже не скрывать эти дела, а наоборот разворачивать, когда виновные несут ответственность, ну, меньше будет этих случаев. Вы оптимист? Я не оптимист. Я на стороне закона. Я обязан так говорить и думать. Вот на данный момент эти юристы, которые будут работать в центре, они уже определены, этот штат уже сформирован? Да, значит, поскольку государственный бюджет, государственные деньги, мы не можем, и государство не даст, брать лица вот, исключительно, вот у тебя есть свидетельство об адвокатской деятельности, ты идешь к нам. Значит, требуется, чтобы это был либо тендер, как по закупкам, либо конкурс. Государство приняло условия конкурса отдельным постановлением Кабмина. Там определенные моменты, надо документы. Эти конкурсы проводятся. Первый этап конкурса мы уже провели, отобрали 24 человека, это было весной. Сейчас проводится второй этап. Находится у нас порядка 60 заявлений. Сейчас 19 ноября заканчивается этап приема документов, поэтому обращаюсь к телезрителям, юристам, имеющим свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью, поспешить. Вот. И когда пройдет конкурс, у нас получается, что закрыты все районы области. То есть в каждом районе от 2 до 8, до 6 человек. То есть в районе не такая нагрузка, как у нас, и там вполне, мне кажется, не справится. Тем более, так сказать, раз это все будет оплачиваться, будем говорить, дополнительный приработок. Но на самом деле важный нюанс, что юристы, о которых мы говорим, они будут находиться не только в областном центре, но также и в районах области. Да, да. Более того, значит, предусмотрено по плану с 1 июля 2013 года создать в Николаевской области 2 или 3 межрайонных центра, у которых будет почти такая же структура, как в областном, чуть меньше, но то, что тоже там будет дежурить человек сутки, ну, скажем, сутки там, вот, и принимать звонки, это облегчит, конечно, связь. Вот. Если у нас, например, в каком-то районе вдруг не будет юристов, мы будем привозить туда юристов с близлежащих районов в области. Ну, у вас выше прозвучало, что там достаточно как бы... Ну, пока не должны пройти конкурс. Может, кому-то не понравится, может, кому-то покажется мало. Все течет, знаете, как бывает. Человек хочет сразу, чтобы было много. Хорошо, но в любом случае можно смело говорить, что сейчас вы стоите у истоков такого достаточно интересного и нового для нашего государства стою, дела. Стою. Очередной раз стою. Хорошо. Валентин Александрович Чистый, директор Миколаївського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. До побачення. До свидання.